В общем, да, здесь бегу я и нашел опять все распахано до беспредела. Но здесь еще можно бежать, а там вон дальше, там просто корни так торчат, что бежать-то невозможно. А вот смотрите, вот, так сказать, интересно, да, ночью так бежишь, вечером идешь, а здесь такой колодец. Ну, как бы, ну подумаешь, свернули, ну... Что не сделаешь ради природы. Вот опять же, что за идиоты спахали эту тропинки в лесу? Я не знаю, вот, слов просто нет. Вчера там в одном месте, здесь вот уже дальше, это вдоль Берского шоссе, недалеко здесь мост, вон там, он справа уже, вон там. И как бы какой-то полный беспредел. Что за идиоты вот это наделали? Слов нет просто. Не знаю, где прокуратура? Кого она охраняет? Государство. Чтоб никто против государства ничего не сказал. Посмотрите, что это государство делает. Еще и вон колодцы вскрывают опасные. Так все и оставили, самое интересное. То есть здравый смысл где? Да, сегодня 9 июня 2020 года. Я нахожусь в Академгородке, Советский район. Берское шоссе, мост справа, который идет на центральный пляж Академгородка. Да, это где этот разум? Разумом где-то он вообще есть, он не рядом.